Так, становимся по габитусу. Я за тощим тисом, ты за тем, который... Давай лучше наоборот. Да? Ну давай. Нет, ну... Да все, куда ты? Что ты суетишься? Вот. Нет, я могу за толстым. Давай я за толстым. Здравствуйте. Приветствую вас на канале Европлант Лайф. У нас уже вечереет, но мы продолжаем нашу беседу с ландшафтным дизайнером и дендрологом Виктором Тропченко. И сегодня я хотел допросить его по поводу тисов. К нам на площадку пришли два сорта. Два замечательных сорта. Один называется Stricto Viridis, а другой Hilli. Как вы видите, они достаточно отличаются, но сейчас нам Витя расскажет. Добрый вечер, уважаемые зрители. Это сорта тиса среднего. Есть тис, растущий в Европе, это тис ягодный, который достаточно незимостойк в нашем климате. Есть второй вид тиса, тис заостренный, это Дальний Восток, Япония, который более зимостойк. Тис средний – это гибрид между этими двумя видами. У него есть ряд сортов, которые в Европе широко используются для живых изгородей, для каких-то солитерных посадок, как вот этот. Вот можно сказать, что существует два сорта близких. Это Hilli и очень похожий на него Hixi. Они отличаются немного шириной. Считается, что один из них мужской и не дает ягод, а другой дает. Шишка ягод, точнее, это так называется. Но, тем не менее, они могут это делать оба. Они довольно устойчивы. Наверное, вот этот сорт тиса, в данном случае это Hilli, он вполне себе хорошо показывает в нашем климате. То есть эту зиму он пережил вообще без ущербов, по крайней мере, лично у меня и там, где я его видел. То есть это вот как раз растение для северо-запада, которое можно смело покупать, и они у нас себя вот будут это неплохо чувствовать. А но, вот это? Скажем так, тис в любом случае в нашем климате это растение рискованное. Если у нас будет зима минус 42, они, скорее всего, померзнут до уровня снега. Но минус 42 у нас померзнет не только тис, я тебе скажу. У нас померзнут яблони и сливы. У нас померзнет все. Примерно. Сныть тоже, надеюсь. Второй сорт – это более узкоклоновидная форма. Это Stricto Viridis. У него больший размер хвоинок. Он, конечно, безумно хорош. Я бы, конечно, его себе, наверное, бы посадил. Но я боюсь, что в силу его формы более узкоклоновидной, возможно, с ним будет сложнее обращаться в наших условиях. Почему? Потому что тисы нужно сажать там, где они будут в зимней тени. Я специально сделаю фотографию и пришлю, где у меня растет тис ягодный сорта Урея, который, в принципе, довольно долго растет в наших... Он встречается еще в советского времени в садах и парках. Он встречается, но я по своей глупости еще давным-давно, почти 20 лет назад, посадил его на полное солнце. И в этом году я его не прикрыл, и я покажу, как это выглядит. Зрелище душераздирающее. Они сгорают на солнце. Их нужно сажать в зимнюю тень. То есть там же, где приблизительно вы сажаете рододендроны, более капризные вечнозеленые рододендроны. Зимой он должен быть в тени. Это может быть тень от деревьев, потому что солнце зимой и весной, оно достаточно низкое у нас. Это может быть тень от дома. Но имейте в виду, что в феврале, марте, апреле тени от листопадных деревьев не будет. Поэтому вот северная сторона дома, в некотором отдалении, чтобы все-таки в июле, в июне он получал достаточно яркий свет, для него идеальное место. Эта штука, скорее всего, этот сорт Stricto Viridis, он достигнет большей высоты. То есть я думаю, что это может быть вполне себе полноценная замена кипариса в климате, да, только более мягком, чем в питерском. Потому что выглядит как раз как кипарис. У нас, ну вот... Я думаю, что ему тоже нужно защищенное место, но учитывая его больший потенциальный размер, эта штука 1,4 метра вырастет, и, скорее всего, вряд ли больше. А это, мне кажется, что может быть и больше. Слушай, ну их надо, их можно как-то стричь вообще? Они конечно, стригут? Конечно. Их вот, формируют? Конечно. Тисы средние, Hilli, как вот этот, или Hixi его родственник, они формируются и стригут в изгороди. Их именно в изгороди, именно вот, эти сорта, да, используются. Да. Вот эти знаменитые тисовые английские изгороди, они, как правило, из них и сделаны. Конечно, их можно стричь, их можно формировать, но, опять же, для живой изгороди формованной нужно использовать неубиваемые растения, потому что из-за стрижки они находятся в постоянном стрессе. Им и так плохо. И если вы их будете вот выбирать то, что может сдохнуть само по себе, ну вот это может привести к не очень хорошим последствиям. Поэтому, если вам нужна вечно зеленая изгородь в нашем климате, я бы взял ель обыкновенную видовую или тую смарагд, тую брабант даже лучше. Смарагд все-таки... Все-таки тис в нашем регионе не для живых изгородей. Ну, вы можете попробовать, ну, но это понятно, я бы не стал сажать такой своим заказчиком. Ну, оно и достаточно дорого, скажем так. Это, конечно, но для изгороди, брабант. Да. Изгородь будет такая. Кстати, на самом деле, нам...
здесь вот видно, что здесь прирост где-то порядка 20 сантиметров, но я знаю, что они могут выдавать и 30 сантиметров в нашем климате. То есть это довольно быстро растущее растение, оно растет не медленнее, чем туя, скажем, смарагд, ну, конечно, медленнее, чем рабан. Слушай, оно вечно зеленое, как, я так смотрю, агротехника у него похожа на вечно зеленые рододендроны, да? Да, но он не капризный, он на самом деле его просто сажаешь и забываешь. Вот единственное, что его не надо сажать на солнце. Ага. И, конечно, его надо сажать там, где нет холодных ветров, потому что это для него тоже будет плохо. Слушай, холодные, холодные иссушающие ветра плюс яркое весеннее солнышко по морозу — это, в общем-то, то, что его будет портить его вид. И фотографию этого, я думаю, я вам пришлю. Ну, вот скажи, он же сохранит такой же зеленый оттенок и зимой, потому что вот мы знаем, что часто вот хвойные и туи в том числе. Он все равно станет тусклее. Зимой когда будет тусклее, мороз, да, он станет тусклым, он станет более черным таким вот. Все-таки тоже, да. Черно-зеленым. Но все равно, когда осенью, весной он уже вот хорошо. Вот сейчас они уже вышли из зимы, они в принципе хорошие, если они не росли не на солнце и не сгорели. Вот. Хорошо, Вить, спасибо тебе огромное, да. Прайс на тисы вы тоже можете увидеть у нас в описании ролика, так же, как и фотографии с линеечкой, чтобы оценить их размеры. Спасибо, что были с нами. С вами был канал Европлант. Андрей Смирнов и Виктор Тропченко. Большое спасибо, всего доброго, до свидания. Обрезай и запускай, пожалуйста, новый ролик. Новую фразу. Я хотел сказать еще одну фразу. Можно? Ага. По скриптум. Ну, это ладно, не совсем по скрипту. Дело в том, что тиссы даже в нашем климате после прошлой мягкой зимы, они плодоносили. У них ягоды, шишкоягоды, маленькая семечка и большой мягкий, сочный, сладкий, вкусный околоплодник. Тисс – ядовитое растение. Вот он весь, он ядовитый. Единственное, что в нем съедобно – это вот эта вот красная мякоть. Семечка уже есть нельзя. Я знаю, что некоторые люди боятся сажать тиссы из-за их ядовитости, но тогда этим людям нужно, наверное, выкинуть половину растений из своего сада. Потому что мало кому даже из детей или собак придет в голову жевать тисс. Ягоды действительно выглядят вполне съедобно и аппетитно, и ягоды можно есть, по вкусу они похожи на айву, но семечку обязательно выплевывайте. Вот теперь все. Большое спасибо, до свидания.